Уважаемые предприниматели Кашабского района, как вы, наверное, уже знаете, года два в нашей республике, значит, работает открытый агробизнес-инкубатор, который расположен по адресу станица Медуковская, от не доезжая до Сергиевской, прямо на поле, на видео, когда едете в Майкоп. Значит, цель данного проекта заключается в том, чтобы наши фермеры могли как бы произвести свою продукцию, и переработать и продать ее на рынке. Облегчается, значит, труд самого фермера, и для этих целей будет создан бизнес-инкубатор. В данном инкубаторе, в данный момент сейчас открыт и работает подразделение по производству овощей. Значит, в данный момент сейчас там размещены три фермера, которые сейчас занимаются производством овощей, начиная с рассады, заканчивая готовой продукцией. И это является большим подспорьем для фермеров. Значит, эти фермеры прошли обучение, прошли курс производства овощей открытого грунта. И в данный момент и как бы все вопросы решены, и работа идет нормальным ходом. Но в данный момент, как мы знаем, сейчас многие занимаются овощеводством, и в связи с этим возникают большие проблемы с выращиванием данных овощей. В чем заключается? У нас сейчас же и болезни, и вредители. И чтобы правильно как бы вырасти овощи, нужно знать технологию производства овощей. И для этих целей в данный момент агробизнес-инкубатор республиканский открывает программу по обучению фермеров овощеводству. И поэтому с 22 августа Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея объявляет семинар обучения вот именно по этой программе, то есть по овощам открытого грунта. В чем заключается данная программа? Человек, прошедший обучение по данной теме, получает сертификат или свидетельство, что он прошел это обучение. И в дальнейшем, чтобы он как бы мог принять участие в этой программе для работы в данном бизнес-инкубаторе. Кроме овощей, там еще как бы размещены отрасли животноводства, может тоже там как бы тоже поработать в этом направлении. Но это как бы первый шаг, сейчас работа по овощам. Большое как бы пожелание или просьба, чтобы вы приняли участие в данном семинаре и как бы войти в эту колею, в данную программу и поработать в дальнейшем с агробизнес-инкубатором. Для обучения нужно предоставить заявление ИНН или ОГРН, ну, свои паспортные данные, само собой, и как бы пройти данное обучение. Я думаю, что это очень, очень перспективная программа и работа в бизнес-инкубаторе. Ну, даже в подсобном хозяйстве это будет большим подспорьем, это обучение, чтобы знать конкретно, чем заниматься, когда выращиваем овощи. Обучение будет проходить, я сказал, уже в станице Дуковской, около реки Фарс. По всем вопросам можно обращаться сюда, в бизнес-центр, расположен по адресу Дружба народа 56 Кашхабли. Кроме того, значит, на сайте Минэкономики размещено объявление по данному вопросу. СБРА, значит, собака.ру, электронный адрес данного сайта. Можно там посмотреть, там условия такие, что, ну, которые я уже озвучил. И большая просьба включиться в эту программу и пройти это обучение и в дальнейшем поработать для себя и для республики.